Я уже синенький. На заряде, на водичке. Путь. Поедешь ли с налодки? Да. Ой, блядь. Что-то не могу по хам передний. Видеоблог. Дай по налягу посмотрю. Давай. На руки чистые. Алтай, не мой сдал, Алтай. Потом только алтайской водой, да, мыться будет. Что такое вот? Это что, пикничок? Зачем ты удалилась страницу? Вот. Дай лучше головку и надеюсь, ты маленький уже тот. Там аляф это картинки. То четыре украинки. Я только там все сложил, Лёх. А какой стороной? Ты правильно. Ты нахуй его трясешь, там бьёт. Да просто открывай, он не защелкнут, бля. Пи***ть, я все головки складывал. Лёх, мы пи***ли головку на 10. Да вы достали материться. Я это пикать потом буду. О, Лиз, скажи вот это. Он с нами все время был. А мы ему... лягушка? Да, мы ему имя даже не дали. Вот тебе ты, Леха, сука. Бычок ему дадим, типа, курит. Странно, что с тобой бро, били? Ты че присох? Пусть живет. Пусть живет. Живая. Ты зацепилась. Да, блядь, зацепись, ты тупая, сука. Она летает. Лех. Лёх, пожалуйста. Да я не буду, пахан. Она просто летает к вас. Типа. Каждый день мы друг другу говорим. Что, Лиз, воды не было, да? Закрыто. Класс. А я тебе предлагала мне идти до Марики. Как ты меня любишь, да? Я тебе предлагала идти до Марики. Иди. No. Можно поцеловать тебя? Снимай. Подержи. Вы что, Влад, А4? О4. О4? Работает. Как они, блядь, болтают, у японцы? Вон они едут, японцы сейчас там. Стоит на мотиках приезжают. Чё не так? Они маленькими письками все посидят. Опять мат. Писька, это мат? Паша тоже есть. Я теперь не знаю, пикать это или нет. У тебя есть писька. У тебя есть писька. Что за лев, это тигр? Блядь. Все это муха тупая просто. Мы выезжаем в Алтайчик. Время почти 12. Я уже синенький. На заряде, на водичке. Путь. Мы на половине пути, осталось пару километров до Бийска, мы выкупаемся еще бухлишечком. Сними меня, как я флексию. Я флексию. Какой-то шляпник на районе у нас здесь, короче. Ну, здесь такое не местное, какое-то неадекватное вообще. Приехали на райончик, Ивать. Добрый вечер. Смотрите, какие красивые горы. Это только начало. Пошли, Лиза, тебе покажу, короче, речки. Пошел Лиза речку показывать. Давай, пошли, Чип. Сейчас мы будем речку смотреть по мокрой травке. Тут роса была. Аккуратнее. Ты в грязь не наступай, потом машину грязь занесешь. Вот, как в Унгрии, там рыбаки рыбачат рыбу с собаками. Ебать течение, прикинь, ты нырнешь, ты все, ты нахуй в Прокопьевске окажешься, ебать. Обратно 100 км оттечешь. Ну туда надо идти, по стелочку, на стелочку. Самое единственное, что мне обидно, я понимаю, что, короче, нам обратно столько же хуярить, короче. Это же пиздец. Ну как, дорога? Норм. Слава богу. Ну ты вообще охуенно. Руку спрятал за всем. А так, смотрите, какая красота.
И мошки. Да, 360. Да, ё-моё. Я могу так бесконечно. У меня голова кружится. Блять, это широкая уголка? Да? Наверное. Ну нормально. Ну нормально, да, нормально видео снимаю. Если бы я была высокой, я бы так снимала. Мне шашлык понравился, он хорошо замаринован был, угу. Достаточно соленый, угу. И вкусновато, угу. Хороший. Без вкусно, бомба. Как вам оценочка? Отлично. Сколько ты вайр поставишь? 10. Как себе гель шашлык покушала? Как? Мне не нравится свинина. Не нравится? А зачем? Я ел у нас... Сережин папа готовил, вот она вкусная была. А ты так наелась? Нет. Сделала лишь туда. Скажи да. Да. Чип, как тебе шашлык? Замечательный, просто превосходный. Понравился, очень вкусно. Оценочка. Оценочка 10 из 10. Все, молодец, спасибо. Заходим в наш рум-тур. Открываем дверцы. Проходим. Батут. Беседочки. Бассейн. И вот он, домик. Привет. I'm American girl. Я приехать в гости в Russia. Вот такая вот красота. Паш. Расскажи, куда мы сейчас едем. На гидроэлектростанцию. Куда мы сейчас едем?
экскурсию? На какую? Чемальская экскурсия. Очень интересные загадочные места этого загадочного поселка. Ребятушечки, куда мы идем? А еще? Мы идем в подвал. Прячет, я уже клуб. Да погнали, погнали. Там парковка есть, нормально. Ты что делаешь? Чтоб коленки не забивались, надо ходить туда. Не надо просто длинными ногами идти. Да Леша, ты не делаешь коленки. Сколько тебе платят? Еще на коленках ходит. Реально мне почти будет вообще люто прям дыхать. Шерсти. Вот такая вот красота, ребятишечки. Ребятушечки. Типа, давай ты будешь рассказывать, куда мы идем, потому что никто не отвечает. А я даже не понимаю, куда мы идем, я здесь впервые, но, как я понимаю, мы идем на гидроэлектростанцию. Это бишь. Что такое? Я не знаю. Там красиво должно быть, то есть сегодня мы посмотрим на начальный этап красоты Алтая. Завтра у нас планируется поездка в горы, на природу, с гидом, и то есть, как бы, если сейчас все согласятся, как бы, то точно это случится. Главное, не хуярить жестко вообще ночью всю. Я ебаю. Да похуй, брат. Я тебе тут просто съемку снимаю. Поедешь ли с налоги? Следующий. Да. Мы можем, короче, не пешком пиздать, чтобы на лодке спадаться. А в тачках. Так я вас обратно верну. Че, кто нырнет за пятихатку? Тихо. Вот, смотри, вот. Видишь, вот он тропа. Вот она, и все, мы на него выходим. Охуеть, давай мы сплаваем, а. Знаешь, сколько расстояние? Давай поплывем, пожалуйста. 500 метров, блядь. Я не спал, блядь, всю ночь, давай поплаваем. Идешь. Лодка актуальна еще? Вот парень сильно хочет. Берите, делайте, если ничего хотите, идите. Поехали со мной кто-нибудь? Лиз, поедешь на лодку? Нет. Почему? Да вот такое течение не... Да не бойся, езжай. Нет, я не поеду. Поедешь ли с на лодку? Следующий. Да. Лёв, поедешь? Со мной вдвоём. Пахан, Стализа, Пахан. Я не буду. Я не хочу. У меня нет желания. Я не поеду. Езжай, прокатись по Катуне. Это, знаешь, прикольно. Вот, смотри, люди соглашаются в моменте просто. Езжай, не бойся. Да чё, возьмёшь просто стабик. Если даже. Обещали, что мы будем сухие. И поехали на ГЭС. А мы типа самой... ГЭС. Зачем? Нас быстро не повезет. Есть хорошие. Быстро не повезет? Я не вижу.
вообще нисколько. У меня весь телефон мокрый. Вечно старая. Я вся мокрая, типа. Зачем я поехала? Чтобы намочиться. Да ладно, ты это шкату не умеешь. Нам обещали, что мы приедем в Сухие. Мы только приехали. Все, спасибо вам большое. Мы не намокнем. Мы намокли. Просто все джинсы, вся кофта, все лицо. Это все хуйня. Ты весь мокрый. Вот такая вот я мокрая. Сказали, что нас не намочат. Мы намочились полностью. Подписали друга на гибель. Чё? Чё? Лёха пошёл. Да. Нет, давай вот я. Нет, второй, третий. Ты первый. Из них трех хотел, мы тоже заберемся, короче, даже пацан покажет, мы с ним руки жали, короче, давай перейдем. Расскажи свои ощущения, когда ты прыгал. В принципе, вообще не страшно, я специально сделал, хотел сделать какие-то эмоции, чтобы, как бы, ну, видео казалось куда круче, но, как бы, вообще не страшно. Страшно вообще? Только стоять там вверху, потому что высота очень большая, на самом деле вообще не страшно. А еще бы раз попробовал бы? А я хочу на той, он там страшнее, говорят. А что там? Там... Тебя прицепляют, ты не держишься, во-первых, а во-вторых, ты прицепляешь за спину, ты трос не видишь, и там гораздо страшнее. Я, короче, просто в шоке полном. Ну, типа, сиганул. Нормально, вообще без раздумий. Короче, всем советую. Прекрасно. Ты просто сразу прыгнул. А чё, на всё три же надо. А я слышал, прежде чем прыгать, такое, типа, всё окей, типа, всё правильно. Да нормально. Я такой, ну, раз нормально, то чё бы нет. А когда ты прыгал, ну, типа, вниз, когда улетел, что ты почувствовал? Да я просто, в смысле... Офигел очень сильно, ну типа, я просто вижу перед собой скалы, воды. И меня... Ты думал, что ты врежешься? Я просто дух захватил, и просто я лечу, и обратно. Ты прям взлетел. Вот самое страшное, когда тебя обратно тянет, ты чувствуешь, типа, слабину веревки, потому что она расслабляется, как будто, блядь, она отвязалась. И ты сейчас просто ебанешься, короче. Сейчас Серега будет прыгать, это вообще люто. Сережа! Скажи свои ощущения сейчас. Я сейчас буду как Иисус прыгать, жестко. Ощущения какие у тебя? Нормально. Ты переживаешь? Да не переживай, я не боюсь высоты. Вот, смотри, летит. Да, вот на это я бы поехал. У меня вся рука уже мокрая. Пойдешь? Боже, ты чё? Ты реально пойдешь? Да. Красава. Расскажи свои первые впечатления. Я могу сказать однозначно, кто будет в Алтае, вот это стоит 800 рублей прям полностью. Паша вообще... идет сейчас. Идет пока? Да. Thank you.
кажется, что намного больше летит. Прям реально. Я на это точно не пойду. Даже не думайте. Я не пойду на это. Нет. Ни за что. Жив цел, орел. Скажи свои первые впечатления. Блин, ну хотелось бы, конечно, ближе к воде. А. Вниз прям, мало, конечно. Варю снимай. А, варю уже. Я болтаю. Там вот за эту веревку вообще тяжело поймать, на самом деле. Это был кружок Варвары Андреевой. Джин золотой, это что? А сколько градусов, джин? Полтос. Полтосик? Плохо чувствуется. Холодит? Всё равно не вкус джина. Да ты пробовал-то как будто настоящий, ага. В досках разбавленный. Апсент? Согласен. Я откажусь. Да, Диман, это стратегия такая, понимаешь? Так потом согласен, клиенты потом более сговорчивы становятся. Рубим просто подсветочку. Давай. Колоночку можно внести, на ком сегодня стоит секс-комната, я бы сказал. Блин, я что-то думаю, ты реально... Траходроме? Трахоруме? Надо что-то сообразить, реально. А швепс вы что не достали? Нах. Сейчас бы хотел резать. Нельзя, да? Не, я думал, в смысле, раньше покупали. Вкусно придумал. Шашлыка хотя бы пожарим вечером. Сосиски пожарим. Не, мы сейчас маршмеллоу будем. Молодежное движение. Сижу на полу и жду, когда выйдет из душа. Потом еще жду, пока волосы досушу. Около листика жду, пока волосы душу. Жду скачки, пока свет. Вот там ты и прикол. Да и ладно, бойся. Сейчас, блядь, еще перевернется. Душлаки, блядь. Ванёк, он водонепроницаемый. Тот самый человек, когда драка идет, он сам цель. Махная вечеринка, танцы до утра. Суки крутят задницы туда-сюда. Для них не бизнес, как танцы гавки. Для них принцип это пустяк. Махная вечеринка, танцы до утра. Суки крутят задницы. Мы с Даней в целом как-то все равно сдавай просто. Дай пять. Они хотят любить меня, но я не знаю повода для ревности своей. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, потому что вторая часть уже выйдет через 2 недели, 8 часов вечера по московскому времени, поэтому не пропускайте этот момент, вторая часть будет намного интереснее.